Черкасов Захар, 12 лет, город Орехово-Зуево, Крылов, Демьянова Уха. Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло, нужды нет. Еще тарелочку, послушай, ушица, ей же ей на славу сварена. Три тарелки съел, и полно, что за счеты, лишь стало бы охоты, а то во здравие, ешь до дна. Что за уха, да как жирна, как будто янтарем подернулась она. Потеже, миленький дружочек, вот лещик, потроха. Вот стерляди кусочек, еще хоть ложечку, да кланяйся, жена! Так почивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот. Однако же еще тарелку он берет, сбирается с последней силой и очищает все. «Вот, друга, я люблю!» — вскричал Демьян. «Зато уж чванных не терплю». «Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой. И с той поры к Демьяну ни ногой. Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь, но если помолчать во время не умеешь, и ближнего ушей ты не жалеешь, то ведай, что твои и проза, и стихи тошнее будут всем Демьяновой ухи.